Это есть город, тихий, как сон. В канун Нового года принято навещать своих друзей. И вот с композитором Игорем Крутым и певцом Александром Серовым съемочная бригада «Песни года» побывала в гостях у Роберта Ивановича Рождественского. Теплый прием и дружественная встреча надолго нам запомнятся, как, надеемся, и запомнились песни, написанные на стихи Роберта Рождественского. Кстати, отец для современных песен мы и говорили с Робертом Ивановичем, и его мнение по этому вопросу вы узнаете через несколько секунд. Ну, а пока легкое музицирование в дружеском кругу композитора Игоря Крутого и певца Александра Серова на всем известную песню. Хватает автору, скажем, стихов или слов, будем их называть. Но вот именно двух-трех слов и на совместно с композитором на их повторении держится вся песня. Это бывают очень заводные вещи. Я не то что допускаю, а я нормально отношусь к их существовании, но когда многие певицы и певцы работают вот только на этом, только меняются лишь повторяемые слова на таких блоках, то это как-то у меня вызывает такое легкое недоумение, хотя я сам бубню мотивчики вот эти так вбиваемые с экрана. Музыка Игоря Крутого, стихи Роберта Рождественского. «Прости». Поет Александр Серов. Прости и прощай. Прошлая моя печаль. Прощай и прости все мои грехи, отпусти. Но кто виноват? Не знаю, кто виноват. Тебя мне в комнате темно, птица, залетевшая в окно. Ты была и пыткой, и мечтой, и грешной, и святой, как жизнь сама. Ты была, была ты шелестом лесным, моей судьбе дождем грибным. Нет мне без тебя любви, но ты мне одна, словно песня сердцу нужна. Как хочется мне увидеть солнце во сне. Но без тебя мне в комнате темно, птица, залетевшая в окно. Ты была и пыткой, и мечтой, и грешной, и святой, как жизнь сама. Ты была, была ты шелестом лесным, моей судьбе дождем грибным. Радостью была.
хочу ваши аплодисменты разделить с президентским оркестром и его вдохновителем Павлом Овсянниковым. Александр Серов, прости. Дипломы фестиваля вручаются авторам песни Игорю Крутому и Роберту Рождественскому.